общем, мы практически на середине Волги. Вот там вот речка Тьма в Волгу впадает. И вот так вот выглядит лед, точнее остров, скажем так, посередине реки. Смотрите, какая высота снега. И тут до берега метров, наверное, 100. И вот дальше уже вода. Здесь такая погодная условие, что можно доходить до середины реки Аки посуху. Вот кто говорит, сколько льда, какая толщина, вот смотрите, тут до метра, но он уже подтаивает, огромные трещины. И вот где темный лед, вот там уже ходить нельзя, что там он уже подмыт снизу, и там он уже очень хрупкий и провалится. А где лед такой еще светлый, здесь еще нормально. Нужно ориентироваться, конечно, по вот таким трещинам. Так что вот здесь вот явно какой-то песчаный остров. Видите, вот там земля. И лед растрескался в этом месте. И это достаточно безопасно. Но лучше так, конечно, тоже не рисковать и не лазать. Смотрите, там какая глубина. Как там все капает, капели, сосульки. Прям целое подземелье. Вот он, монастырь. Деревня Отмичи. Никола Малецкий, филиал. И вот там вот поклонный крест в месте впадения Тьмы в Волгу. И вот уже Тьма вскрылась, уже вовсю течет вода, и птицы рыбу ловят. И отличный день солнечный. Только вот самолеты взлетают каждые 5 минут.